В том месте, где стоят раскаявшиеся грешники, цадити не стоят. А почему цадити не стоят там, где стоят раскаявшиеся грешники? Есть, ну, как бы, динамика, да? Если человек был в какой-то момент, он был злодей. И он в этот момент говорит, все, я, значит, исправляюсь, делает шуву. То есть его динамика подъема, она очень высокая. Написано «Липум Сараагра». Ему непросто. То есть, раз он уже был внизу, значит, то ему требуется усилие, чтобы из этого низа выйти. Теперь, если он уже был цадиком, у него нет динамики. То есть, у него нет никакой динамики развития. Поэтому, интересно, по Шулхан Аруху детей нужно учить только икар мицва. Не надо учить их идур мицва. Если ты учишь детей, например, в Хануку, ребенка надо научить зажигать одну свечку каждый день. Для чего? Потому что зажигать больше, это уже идур мицва. Чтобы у него остался хоть какой-то момент для роста, для динамики. То есть, если ты его научишь автоматически все делать уже по самому высокому уровню, то у него нет никакой динамики развития.